Продолжаем в рубрике «Гастрольные байки». Сегодня рассказывает Саша Пономаренко. Да, я очень счастлив, друзья, поучаствовать в этих байках. Однажды мы прилетели с большого концерта. Это были времена, когда самолеты были полностью отданы под артистов. Летели большие бригады артистов, и в их числе «Стрелки». И представляете себе правительственный терминал Внуково. Можете себе представить, какие машины там стоят, да? Ну, все от Бьюика такие, да, не меньше. Вот. И среди них, откуда он взялся, запорожец, тот самый ушастый запорожец красного цвета стоит. Мы его оглядываем, и тут идут «Стрелки». Ну, а «Стрелки» все знают, что это интеллектуальная такая группа, они вообще-то поют такие очень серьезные вещи. Вот. И мы когда они подошли, поравнялись с этим запорожцем, мы говорим: да где ж наш водитель? Где ж он запропастился? Куда он? Они нас наградили таким презрительным взглядом, сели в свой Майбах и уехали. А чистая сразу, правда, так и было. А я вспомнил сразу другую историю, когда концертный зал «Россия» с помпой на лимузине подкатывает группа «Нана». Выходят, все в шубах уходят туда. После концерта они облепляют этот лимузин из толкача, его заводят все как на прокат взяли. Да.